Вітаю в прямому ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Немає кінця та краю. З наступного місяця знову зросте ціна на газ для населення приблизно до 5%. І це пов'язано із збільшенням цін на газ для промислового виробництва. І от коли ми вже отримуємо цю іскому ринкову ціну? І чи є, власне, оця вся історія з ринковою ціною дійсно таким от певним поступом у енергетичній політиці, або це певним є просто окозамилюванням для того, щоб грабувати населення? Спробуємо з'ясувати сьогодні в нашому ефірі. До нас прийшли Олександр Орлов, депутат Одеської міської ради, «Опозиційний блок». Вітаю вас. Економіст Сергій Звеліндовський, наш експерт, вітаю вас. Та Володимир Максимович, також економіст, екс-віце-мер Одеси. Вітаю. Здравствуйте. Володимире Ярославовичу, на вашу думку, чергове збільшення ціни на газ – це приведення її до ринкової, чи от що це? Ну коли це вже закінчиться? Приведення к рыночной цене – это когда есть выбор. Как рынок – это когда есть два и более источников получения газа. Тогда это рынок. И в рынке есть определенные законы. Их придумал еще когда-то Рикардо и написал Карл Маркс. Так вот, один из этих законов – спрос диктует предложение. То есть, если есть спрос на что-то, то будет и предложение. Если спрос превышает предложение, цена будет расти. Если предложение много, а спрос падает, цена, наоборот, будет снижаться. Но главное в этом, если есть источники рыночные поступления газа, сколько у нас газ, откуда приходит? У нас монополист. Нафтогаз. Значит, рынка у нас нет. А раз нет рынка, нет диверсификации поставок газа, то и цена монопольная, которую диктует Нафтогаз. Пока мы не создадим рыночные условия, у нас не будет нормальной цены на газ. Теперь, ну, в принципе, в мире достаточно газа. Если открыть наш рынок и создать законы, которые позволяют конкурировать на нашем рынке с сжиженному газу, газу с России, газу с Европы, газу с турецкого потока, хотя это тоже самый российский, тогда, безусловно, цена будет падать. У нас же один газ, который почему-то идет с Европы, хотя все на самом деле понимают, что существует закон физики. Если в трубе прокачивают газ в одну сторону, то сделать реверс в то же время обратно невозможно. 10 атмосфер туда давится. Значит, газ, который мы получаем с Европы, на самом деле мы получаем не с западной границы, ее невозможно прокачать через трубу, а отбираем где-то на границе с Россией. А цены-то нам дают, исходя из того, что газ проходит от российско-украинской границы до западной границы, а потом еще и обратно возвращается. У кого оседают эти деньги? Возвращаемся к главному. Рыночные условия нам будут поставлять газ и сжиженный, и по трубопроводам. И в том числе и российский. Пока не будет рынка поставок газа, пока монополист не уйдет с этого рынка и не создадут, порядка не будет, цены будут расти 9, 10 и более. Вот в чем причина. Тобто нам блакитне паливо буде йти трубою, воно в будь-якому випадку є російським, те, що йде трубою. Да. Тобто як такої диверсифікації джерел немає, тому що, ну, скраплений газ для того, щоб його поставляти, наскільки я розумію, це дуже важка технологія, це треба наймати танкери якісь, яких в Україні немає, так? І, ну, і він все одно буде там якусь невеличку частку ринку займати. Раз ви вже затронули вопрос зжиженого газу. Тобто технічний ринок створити зараз вкрай важко, правильно? Так. Да. Если вы уже затронули вопрос сжиженного газа, то для сжиженного газа, конечно, его нужно возить танкерами. Но в Катаре тонна сжиженного газа стоит от 35 до 45 долларов. А тонна – это та же 1000 кубов. Поэтому если бы действительно его… Но его не просто доставить, это нужно доставить через Суэцкий канал. Это надо, чтобы турки пропустили этот газовоз через Босфор и Дарданеллы. И нужно иметь тогда в каком-то из портов Черного моря комплекс, который принимает его и, так сказать, делает нормально. Ну и мати самі танкери, напевно, які треба або в Прибалтиці орендувати, або... Ну, это не проблема, в принципе, можно заключать контракт на условиях CIF, это Cost Insurance and Fracht, с доставкой, и любая иностранная компания нам ее доставит. Нужно иметь свой терминал, такой, как имеют Прибалты, куда можно его перегружать. Об этом мы говорили 10 лет назад, Александр Викторович прекрасно это знает, сейчас он дополнит меня, но...
Сергій, ваша думка, коли ми отримаємо ринкову ціну, і чи дійсно те, що відбувається зараз, це йде боротьба за ринкову ціну, а не обкрадання? Ну, от колега розказав настільки доходчиво, що доповнити щось складно. На самом деле, ринкові ціни газу, її складно представити. Це умови для того, щоб був ринок газу. Це якісь утопічні, ідеалістичні умови. В Україні їх бути не може. От коли будуть дійсно построєні термінали, коли будуть різні істочники поставки. Сегодня то, что у нас называют рыночной ценой газ, это граждане Яценюк, Гройсман, Коболев не наигрались в детстве в монопольки. Они не понимают, как формируется цена, что такое рынок. Рынок где? Рынок в Европе или рынок в Украине? Тобто, наскільки я розумію, ринкової ціни немає, тому що немає ринку, а ринку в нас не буде. Не буде. Тепер я скажу точно, що треба зробити. У нас є новий президент, к огромному сожалению, он пока еще не прошел инаугурацию, хотя юридически он мог уже давно всех разогнать без инаугурации. Но это другой вопрос. Вопрос вот в чем. У нас есть закон в 2015 году, был принят закон, так называемый закон о рынке газа. Значит, этот закон фактически очень сомнительный с точки зрения вообще права. Как право европейского, так и право украинского. И вот этот закон фактически присоединил Украину к так называемому третьему энергопакету в Европе. Что у нас сделали? У нас что, в Европе есть страна, которая сама себя обеспечивает газом? Нет. В Европе Евросоюз формировался в тех условиях, в которых формировался, он экспортировал газ. Норвегия, если я не помиляюсь, хотя она не є країною ЕС. Но там много вопросов. Вопрос в чем? В нарушение существующих законов, в том числе и положений ЕС, и третьей, это энергетическая конвенция, или как карта, пакета, туда подключилась Украина, не будучи членом ЕС. И Украина, ну, ребята, фамилии которых я назвал, не наигравшись в игрушки в детстве, они придумали какую-то формулу расчета цены в Украине по логике расчета цены в Европе. Поэтому, да, это европейская рыночная цена. Европейская рыночная, но это рынок других государств, другого региона. Поэтому в Украине пока рынка нет и в ближайшие годы не будет. Мені підказують, що я на початку програми не озвучив інтерактив, хоча ви, шановні телеглядачі, можете бачити його на своїх екранах. Чи хтось колись знизить ціну на газ в Україні? Власне, це ключове питання. От незабаром буде інаугурація президента України Володимира Зеленського. Сподіваємося, принаймні, що незабаром. Він, як і багато хто, ми знаємо, що фактично всі ключові політики, які йшли на ці президентські вибори, обіцяли знизити ціну на газ, хоча це і не зовсім є компетенцією президента. Але менше з тим. Ми пам'ятаємо ці обіцянки, і от, власне, хочеться побачити вашу думку, чи буде знижено ціну на газ, хоча б колись. Олександре, на вашу думку, чи буде в Україні знижено ціну на газ, врешті-решт, і чи дійсно от, ви згодні з таким прогнозом вашого колеги Сергія з приводу того, що в нас фактично нереально створити ринок? Понимаете, вот эта проблема, она из экономической превратилась в политическую. И уже вот я бы мог порассуждать тоже как коллеги, там рынок, газ СПГ или еще что-то, а это уже невозможно. Мы настолько круто заигрались вот в эти геополитические игры, что цена на газ это является политическим вопросом. И если мы посмотрим вот на два, так сказать, как сейчас модно говорить, хаба в Европе, в Азии, это Турция и Германия, которые сотрудничают с Российской Федерацией. В Норвегии запасы истощаются, у них падает добыча, и основа европейского, евразийского вообще газа – это российский. Ну и, по сути, война в Сирии началась, Российская Федерация туда вошла, чтобы перекрыть Катару, вот ту схему, которую Владимир Ярославович рассказывал. Поэтому газ один. И европейцы там выдумывают всякие третьи вот эти вот энергопакеты. Это такая, знаете, как бы, чтобы показать, поиграть независимо. Но две страны в Азии, это Турция и Германия, которые создают хаб и которые будут торговать российским газом среди своих стран, обеспечив приоритет своей экономики. То есть Германия становится лидером Евросоюза и европейской части. Соответственно, Турция попытается такую же роль сыграть в Ближнем Востоке, на Ближнем Востоке и в зоне там, Балкан и так далее. И это все произошло благодаря нашей стране, в кавычках, Украине, которая решила, что ну вот надо как-то так вмешаться в этот конфликт вообще глобальный,
ну и встать в какую-то позу. При этом политики, которые это все осуществили, они еще умудрились, они, конечно, действительно вот перечисленные выше руководители, они еще умудрились на этом заработать, понимаете, да? Поэтому та цена на газ... Но Россия шантажировала нас, да, нет, ну подождите, понимаете, вот шантажировать можно, вот Россию и там другие страны тоже шантажируют. Но есть понятие, вот Турцию шантажируют американцы там, давайте не покупайте это. Ну, Эрдоган говорит, знаете что, ребята, значит, идите лесом там, я отдельная страна, что хочу, то и делаю. Понимаете, есть определенные моменты, это вот про этот шантаж, там, запугивание, еще, значит, не позволяйте себя шантажировать, понимаете. Вы же когда идете, видите, драка какая-то, видите, ввязаться вам в эту драку или нет, да, то или морду набьют, или лучше отойти, да. А мы как бы, не, давай, пойдем, мы там сейчас чьи-то интересы. У американцев была, опять же, понимая, что экономика Америки проигрывает Евросоюзу и Китаю, а с развитием вот этого шелкового пути вообще американцы могут потерять ведущее, американцы приложили колоссальные усилия для того, чтобы именно в Европу поставлять свой дорогой газ и не дать России поставлять им. Мы попытались им подыграть. То есть мы действовали не в своих интересах, а в интересах Соединенных Штатов Америки. В итоге, что у нас, мы видим. Поэтому цена, она такая, я согласен с коллегами, там это по правилу сделано 3П, палец, пол, потолок. Там никакой привязки к рыночным механизмам нет. Тем более объем промышленного производства у нас неуклонно падает. И я вообще удивляюсь, как эти наши типа специалисты привязывают их к предприятиям. Они наоборот душат предприятия такими ценами на газ. Теперь еще следующий фактор. Господин Гройсман решил, поигрался в премьер-министр, решил пойти в политику. И, уходя в политику, решил такой сделать реверанс. Знаете, что с 1 мая он объявил, что у нас цена на газ оказывается, знаете, что она снижена? Вот мы обсуждаем повышение, а он нам сказал, нет, вы что-то не рубите там, она снижена. Ну, он дозволив ее снижувати Нафтогазу. Он не смог снизить зарплату Коболеву. Когда он объявил Коболеву, что ты, парень, получаешь вообще по меркам даже нашей страны колоссальную зарплату, угомонись. Коболев его послал подальше. А тут он вдруг Коболеву что-то там рассказал. Да глупости все это. Значит, и Нафтогаз еще, вот меня больше всего вот этот цинизм этих ребят удивляет. Значит, вот они сейчас, давайте мы такую формулу сделаем. Вот я готовясь к студии, они, значит, рассчитали доставка газа, ну, в различные области она разная. Там мы снизим, но доставка там... Абонплату ты еще. Да. И тут же ввели абонплату. Да это вообще, это цинизм высшей марки. Еще говорить на это, что это хорошо людям, ну, это, понимаете, для меня это тоже как бы, поэтому у меня, извините, может, больше эмоциональное выступление, но это просто плюют в лицо. Знаете, сидят там вот эти ребята, которых там дети, внуки, все уже за границей, в США, и они как бы здесь какую-то тему развивают, зарабатывают себе на безбедную старость. Поэтому вот плюс еще. Есть такой момент у господина Гройсмана. Значит, в этом году и в следующем Украина должна отдать порядка 8, по-моему, или 17 миллиардов, значит, в счет исполнения кредита МВФ. Там пиковые выплаты должны быть. Откуда можно взять в стране, которая, в принципе, ничего уже не производит, и единственным товаром, который есть, это зерно, ну, сезонный. Откуда? У населения. Вот они берут такими ценами у населения, затыкают дырки в бюджете и рассчитаться с кредитами МВФ, которые они сами там куда-то дели в эти банки, которые они, в том числе наш Имексбанк, вот в Одесситы хорошо это знают, значит, а самим еще на этом заработать и за счет населения покрыть вот эти все долги перед Международным валютным фондом. Поэтому Международный валютный фонд, когда устанавливал эту цену, он рекомендовал не для того, чтобы выйти на какие-то рыночные рычаги. Он пекся о своих акционерах для того, чтобы эта страна, которую дадут, могла вернуть. А вернуть можно только через население. Тем более, я заканчиваю уже, тем более,
Значит, за 5 лет вот этого руководства нашего, значит, есть такой показатель, как трудовые резервы. 5 лет тому назад он в Украине составлял 19 миллионов человек. Ну, это работающие, кто мог говорить. Угу. Сейчас, по данным Госкомстата Украины, это не там, это официальные данные, 11 миллионов. 8 миллионов уехало. Эти 8 миллионов уже не являются потребителями газа. Понимаете, да, о чем я говорю? И, естественно, убыль населения, еще что-то. У нас собственное месторождение из-за нашего, ну, очень, так сказать, мягко говоря, плохого хозяйствования упали добычи на 10-15%. Когда мы говорили, что мы там 25 миллиардов будем добывать, уже 12. Поэтому чем заткнуть это? Давай у людей платят. Знаете, как... типа рабочие, давайте 8 часов будут работать, ничего не делать, давайте 10, нет, 24. Ну, да. Почули вас, давайте з приводу абонплати, дуже дійсно важлива тема, от хочеться, щоб наші телеглядачі розуміли, що це за абонплата, який механізм, які її наслідки і яка ціна буде от в регіоні в залежності від шляху транспортування. Володимире Ярославовичу. Підписав третій енергопакет, присоединившись, ми... выполняем его условия. А условия третьего энергопакета, что поставщик газа один, да, транзитер другой, точно так же, и мы должны разделить, точно так же и здесь. Газ поставляет Одессагаз, но кто-то должен обслуживать эти трубы, смотреть за ними, чтобы они, так сказать, были в нормальном состоянии, не взрывались. Ну, пока существовали ЖКС, считалось, что ЖКС смотрят, вот. На сегодня встает вопрос, а кто будет обслуживать эти трубы? То есть смотреть за ними, ремонтировать, красить и прочее. Ведь им 20, 30 и 40, и 50 лет, а газовые трубы — это объект повышенной опасности. Вы видите, рано происходят постоянно где-то взрывы в домах, прочее. То есть это разумно, но только ж нужно, чтобы не получалось, что цена на газ осталась как есть, а добавилась еще цена и на техническое обслуживание или техническое содержание этих труб. Ну, абонплата, как они назвали. В принципе, в Европе абонплата существует. Вы же понимаете, что если сети есть, то их нужно обслуживать. Но цена за обслуживание тоже должна быть разумная. Если в течение полугода никто за ними не ходит, не смотрит и ничего не делает, то почему мы должны за это платить? Тобто це не ціна транспортування, не абонплата за транспортування, а винятково за обслуговування комунікації. За обслуживание труб, которые, по которым подается этот газ. Вот за это и устанавливается абонплата. И, конечно же, она должна быть регулярной, потому что 12 месяцев в году трубы эти работают. Зимой они работают больше напряженные, потому что работают котлы, у кого есть. Летом они только плитка на кухне, но все равно эти трубы требуют постоянного обслуживания. Сергей, будь ласка. Я в данной ситуации не согласен, объясню почему. Значит, любое выведение понятия абонплаты требует огромных просчетов и огромного анализа. На сегодняшний день услуга, вот в данной ситуации, газопоставка, как и энергопоставка, это услуга. Услуга имеет оконченную форму, это оконченный объект, который нам считают с вами. 10 кубов, 100 кубов, 1000 кубов и так далее. Эта услуга имеет себестоимость. Мы с вами никогда не видели калькуляции, мы структуры цены не видели. С таким успехом, то есть это с точки, вот на мой взгляд, с точки зрения экономики, это нелогично. Почему? Если вы хотите убрать из себестоимости составляющую по обслуживанию сетей доставки, да, то есть в данном случае трубы, но завтра вы захотите из себестоимости убрать стоимость уборки помещения дизгаза, выделить это в один какой-то. То есть с точки зрения экономики очень большой вопрос, но любая теория может иметь место, и может и где-то аналогично, но нам никто не доказал, раз. Второе, вы правильно сказали, и вот коллега тоже правильно говорит, ребята, у вас сегодня стоимость кубометра 8,35 газа, для того, чтобы вы нам рассказали о том, что сколько вы хотите брать за абонплату, это как бы жаргон своего рода, абонплата, стоимость доставки. А вы, ну, покажите, покажите структуру. Вот когда вы мне покажете калькуляцию, и вы в калькуляции покажете, что вот, допустим, 8,35 рубль 40 – это стоимость обслуживания сетей, которую нес тот. Тогда в результате 8,35 рубль 40 – это получается 6,90, вот цена 6,90, а вот это абонплата. Но нам никто не показывает, и мы возвращаемся к банальной экономике, которая перерастает, как говорит коллега, в обыкновенный аферизм.
Ну от, до речі, дійсно дуже важливий момент, що ми не розуміємо структури тарифу. Ми пам'ятаємо, що один з кандидатів в президенти детально розкладала структуру тарифу і показувала, за що, за рахунок чого можна його знизити ледь не вдвічі. Інший кандидат казав там інші цифри, але теж, що ціна вже набагато завищена. Чому, якщо вже це йде така політична дискусія, чому ми і в нас є проблеми із створенням ринку, фактично ми прийшли до того, що його вкрай важко створити в Україні, чому ми не розуміємо, досі населення не бачить структуру тарифу? Населення це політичне видит. Питання? Це правильно, да. Політичне. Да. Надо відмінити закон. Населення бачить, що йому ніхто не поясняє. Надо що... відмінити закон 15-го року ринки газу і денонсувати відношення з Євросоюзом на основі того, що Україна не член Євросоюзу. А третій енергопакет чітко передусматриває поведення членів Євросоюзу, а не асоціюваних членів. Понимаете, вот, ну, европейцы же тоже бюрократы, тоже там ребята, которые зарабатывают деньги, вот эти все евробюрократы в комиссии, они же тоже там, я так, под себя эти энергопакеты, вот пишут эти законы. Почему? Ну, вот я приведу пример, вот на нашей стране как бы это действует. А вот Одессагаз, которая поставляет газ, сейчас они уже не могут это делать, а по закону должна делать фирма, обслуживать сети другая, да? А откуда она возьмется? Вот скажите. То есть это тот же Одессагаз. Выделил отдельный отдел. Только название будет «Газ Одесса», понимаете, да? И заместитель учителя станет, значит, директором этой конторы. Ну это как в «Облэнерго» произошло, такая же ситуация. Кроме, извините меня, неразберихи со счетами, кому платить, чего, это ничего не принесло. Значит, теперь другой вопрос. Это создается новая структура, то есть вдвое увеличиваются затраты на содержание аппарата, понимаете, да? А то бы Коболев делится, вот знаете, если бы сделать из Коболева три Коболева, да, вот этих вот, значит, то они же не поделят зарплату, они установят себе такие же три зарплаты, понимаете, да? Значит, соответственно, надо содержать аппарат. Теперь у меня вопрос, вот если в тарифе, которые вот до этого брали эти компании, было обслуживание, то куда оно делось? Почему надо вводить абонплату? Понизьте цену на газ, конечно, и сделайте абонплату, если вы разделяете компании. Но этого не происходит. Почему? Потому что это выгодно тем, кто будет сидеть на этой трубе. Плюс, я вот почитал там сейчас тарификация, газ доставляется, ну там табличка есть, как газ доставляется, транзитные составляющие его там Днепропетровскую, Одесскую, другие области. И там разные цифры. Ну, они сильно не отличаются, там на 1,5-2%. У меня вопрос. А точка, откуда она доставляется? Вот назовите, то есть показан точку, конечный получатель. А откуда она идет? Ну, к примеру, с Киева. Вот в Киеве стоит огромный резервуар, который дает нету, Костя, нету. Почему нету? Да потому что это все игры, вот, значит, вызвал Коболев такого же, значит, молодого пацана, которому 25 лет, и который получает десятку зелени в месяц, и сказал, придумай такое, чтобы народ не сильно разобрался. И они, давай там рисовать формулу, цена на газ, там коэффициенты, еще что-то. Мы сидим и думаем, что там они там такое что-то придумали. Они просто дорвались до кормушки. Почему не происходит, опять же, политический вопрос, почему не происходит инаугурация нового президента? Да нас уже не могут нажраться, понимаете? Уже последнее издыхание, но надо оттуда потянуть или замести следы. Понимаете, я думаю, бояться парламентских выборов в первую чергу, перерозпуску хочет. Не, я вам скажу, вот чтобы вы знали, я общался с некоторыми народными депутатами, мажоритарщиками. Они все за распуск Верховной Рады. Быстрее. Потому что, чтобы не ввели закон, значит, пропорционально. Ну, навряд ли закон, цей склад Верховной Рады, навряд ли все-таки встигнет их изменить. Давайте подбивать подсумки. Я нагадаю, мы сегодня ставили такое питание нашим телеглядачам, чи хтось колись понизить ціну на газ для населення. 7 вважають, що так. Причому це, от, помітьте, без прив'язки до Володимира Зеленського та його інаугурації. Хоча, звісно, підтекст питання був такий. Відповідно, 93 вважають, що ціну на газ, не дивлячись на обіцянки фактично всіх провідних політиків України перед виборами, 93% наших телеглядачів вважають, що ні. В режимі бліц по 30-40 секунд буквально. Володимир Ярославович. Я завжди був оптимістом.
хотя и реалистом тоже. Я считаю, что если я присоединюсь к 93% и скажу, что никогда не будет, это будет неправильно. Поэтому я считаю, что если государство Украина хочет выжить, то цена на газ должна упасть. Потому что цена на газ заложена везде. И в коммунальных услугах, и в цене на всю продукцию. Почему Одесский припортовый издыхает, почему Сумы Химпром, почему другие Азот. Цена на газ. Снизится цена на газ, снизится себестоимость всей продукции. Машиностроительной, химической и зерна. Мы же то же самое покупаем удобрения, это тоже газ. Если это не произойдет, вопрос стоит о будущем нашего государства. Однозначно. Сергею. Я надеюсь, что снизится, объясню почему. Потому что я верю, вот может это совсем не сильно для прагматика, я верю в то, что новый президент понимает, что 70%, а 32% в первом туре, это люди верят ему, что он что-то поменяет. А правильно, как говорит коллега, ребята, у нас, ну куда? Эти граждане уже заигрались до такой степени, ну, беспредел должен закончиться. Приємно, що принаймні двоє з наших гостей є оптимістами. От в ті 7% оптимістів входять, Олександре. Ну, пессимист – это хорошо информированный оптимист, понимаете? Значит, я... Ну, я скептик еще. Да, ну, послушайте, ну, новый избранный президент пока ничего не говорил, за него команда говорит, там, да, он молчит, а за него там люди бегают, что-то озвучивают. И вот эти одни из пробегающих озвучек, значит, озвучило то, что, значит, президент не занимается вопросами цены на газ. Понятно, да? Значит, может, он по глупости это сказал, может, по незнанию, может, там перепутал с ролью в 95-м квартале. Это что же бывает, знаете, там, значит, или там решил шефа немножечко так, вот, чтобы не нагибать. Но я согласен с коллегами в одном. Вопрос вообще управления государством, которое у нас происходило в течение 5 лет, надо сломать. Надо сломать, оно неправильное. И если этого не произойдет, то вот эти, в ближайший год причем, потому что события развиваются очень быстро, то эти 72% превратятся в 5% реальных Порошенко, понимаете, да? Это не карт-бланш новоизбранному президенту на 5-летний срок 72%. Если он сейчас, ближайшее не просто там, а как Рузвельт, 100 дней, не проведет явную программу на слом вот этой системы, которая существует, это приведет действительно к краху государственной системы в Украине. Я, еще раз говорю, тоже оптимист в чем-то, но, понимаете, логика последних лет, она так вот как-то меня настраивает на какой-то вот такой более негативный... Не хотелось бы, чтобы это произошло. Поэтому все-таки я считаю, что... Основания есть, люди показали своим голосованием, они голосовали не за Зеленского, они голосовали за слом системы и перемену вообще всего курса Украины. Вот если это произойдет, вот тогда снизится и цена на газ, и стабилизируются цены, и все будет, я не скажу, что все отлично, но терпимо. Тут абсолютно точно, що люди голосували за злам політичної системи, і Володимир Зеленський в будь-якому випадку втратить частину підтримки, адже він відкусив частину електорату і у Вілкула з Бойком, і у Тимошенка з Грицевенком. Але якщо він не буде робити загалом нічого, то він просто втратить всю підтримку, а так хоча б частини. Я вам щиро дякую за цікавий ефір, будемо сподіватися на краще. Олександр Орлов, Сергій Звеліндовський, Володимир Максимович. Ще раз дякую. Я нагадаю, що ми працювали в прямому ефірі, говорили сьогодні про ціну на газ. Мене звуть Костянтин Гречаний. Залишайтеся з репортером.